следующий наш персонаж, в общем-то, близок к предыдущему персонажу, к Зинаиде Николаевне Гиппиус, хотя это не женщина, а мужчина. Близок он по многим параметрам, прежде всего по принадлежности к модернистской литературе, и в том числе к модернистской поэзии. Во-вторых, близок к тем, что он тоже представитель семейного сотворчества на раннем этапе своей жизни, а именно его супругой также была известнейшая русская поэтесса. Но вот, по-видимому, выбор его жизненный был не совсем удачен. Если Зинаида Николаевна Гиппиус и Дмитрий Мережковский своевременно в 20-м году покинули Россию, то этот поэт и писатель не успел это сделать. И в 21-м году был расстрелян ВЧК по подозрению в причастности к антиреволюционным подпольным группам. До сих пор не выяснено, так ли это или нет. Впоследствии он был реабилитирован, как и вся, собственно, группа тех людей, более 60 человек, которые были расстреляны в 21-м году в Петербурге. Но, к сожалению, это не спасло этого интереснейшего и выдающегося человека, очень молодого человека, не дожившего до 40 лет, вот такой скорой гибели в 21-м году. Родился он в 1986 году, и звали его Николай Степанович Гумилев. Ну, а супругу его, соответственно, мы тоже прекрасно знаем, и мы уже о ней говорили, это Анна Андреевна Ахматова. Что мы можем сказать о Гумилеве? Гумилев действительно выдающийся человек, как и многие представители литературы, о которых мы уже говорили. Он подобно, например, Гарину Михайловскому, выступает в роли путешественника. Несмотря на свой совсем молодой возраст, он принадлежит к числу выдающихся русских исследователей Африки. Совершил две крупных экспедиции, два африканских похода. Оставил об этом значительные дневниковые записи, оставил об этом стихотворные произведения. И в этом плане переоценить его достижения в области и географии, и, безусловно, изучение этнографическое Африки 19 века и начала 20 века, конечно, невозможно. Вместе с тем, это весьма плодотворный поэт. Это очень и очень интересный поэтический переводчик, который переводил множество поэтов английских, французских, австрийских. Вместе с тем, он нам интересен еще и тем, что это человек довольно такого героического плана. Участник войны, награжденный знаками отличия, в том числе Георгиевским крестом,
То есть человек отчасти такого героического, авантюрного плана, но вместе с тем человек крайне интересный и очень разнообразный событиями биографии. Что, впрочем, как мы уже говорили, было свойственно очень многим литераторам, да и вообще поколению, которое родилось на изломе веков. Здесь у нас представлено несколько, несколько собраний сочинений, несколько книг Гумилева. Это вот такое четырехтомное собрание сочинений, которое является достаточно полным. Издано издательством «Москва Терра» в 1991 году. По существу это первая попытка издания Николая Гумилева в таком полном виде. Это книга с тремя авторами: Гумилев, Несмелов, Савин, «Записки кавалериста» в серии «Белогвардейский роман», изданный издательством «Вече» в 2007 году. И это двухтомник вот такой в серии «Мастера перевода», собрание переводов Николая Гумилева. Это вот чтобы для того, чтобы понять, насколько плодовитым был этот весьма молодой человек и насколько, так сказать, многообразная его деятельность переводческая. Вот тут и Теофиль Готье, и французские народные песни, и из английских поэтов Саути Уайлд, Шекспир, из немецкой поэзии. Переводил он с польского языка эпос, поэмы, драмы, в частности, вавилонский эпос Гильгамеш, Браунинг, Вийон, Байрон, Вольтер, Гейне и так далее. Вот, так сказать, Гумилев лингвист. Ну, что касается его жизни с Анной Андреевной Горенко, впоследствии Ахматовой, уже по второму браку, то от этого брака, как мы все знаем, родился сын Лев Гумилев, известный литературовед, ученый. И, безусловно, в этом браке были заложены на первое время какие-то основы сотворчества этих двух интереснейших людей. Но вот тот характер жизни, который предлагал, совместной жизни, который предлагал Гумилев, который постоянно находился в своих путешествиях, африканских, в том числе путешествиях, в других ситуациях, когда он был в отлучке, фактически разрушил эту семью. Они успели развестись официально уже по существу, определившись со своими новыми партнерами по жизни. Но как раз в это время и произошли те события с Гумилевым, которые роковые события, которые и оборвали его жизнь. Итак, Гумилев поэт, я думаю, что лучше всего талант этого молодого человека, поэтический талант, представлен его первым сборником, который
по существу является практически гимназическим. То есть написан в совсем раннем возрасте, по существу для поэта, для писателя, который довольно высоко, хоть и авансом, может быть, был оценен Валерием Брюсовым, который очень хорошо относился к Гумилеву на протяжении всей его жизни. И хотя у Гумилева не сложились, кстати, отношения, творческие отношения с Гиппиусом и Решковским, но исторический анекдот на эту тему имеется. Несмотря на то, что Гиппиус и Мережковский критиковали творчество Гумилева, однажды он, пользуясь тем, что Гиппиус всегда выступала в роли такого мецената молодых поэтов, он инкогнито отправил одно из своих стихотворений очередных. И Мережковский, и Гиппиус выразили горячее желание познакомиться с новым молодым талантом. Ну, вот такой анекдот из жизни, что называется. Итак, одно из ранних стихотворений Гумилева мы сегодня и озвучим. Называется оно «Старый конквистадор». Ну, русское произношение, так сказать, представителей конкисты испанской, которая, так сказать, и, кстати, послужила названием того самого поэтического сборника, первого, который издавал Гумилев. Собственно, издавали за него, потому что он еще был весьма и весьма юн. Углубясь в неведомые горы, заблудился старый конквистадор. В дымном небе плавали кондоры, нависали снежные громады. 8 дней скитался он без пищи, конь сдох. Но под большим уступом он нашел уютное жилище, чтоб не разлучиться с милым трупом. Там он жил в тени сухих смоковниц, песни пел о солнечной Кастилье, вспоминал сражения и любовниц, видел то пищали, то мантилии. Как всегда был дерзок и спокоен, и не знал ни ужаса, ни злости. Смерть пришла и предложил ей воин поиграть в изломанные кости. Вот такой поэтический пассаж молодого, очень молодого Николая Степановича Гумилева. И последний в ряду этих авторов, родившийся в 1982 году, ушедший из жизни в 1963 году, также покинувший по существу Россию, но несколько ранее. В 1917 году он был в командировке за рубежом и попросту после революции Октябрьской не вернулся в Россию, а в 20-м году эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, где всю жизнь и прожил, и где занимался литературной деятельностью, а также общественно-литературной деятельностью. И также занимался продвижением русской словесности, как и многие другие писатели-эмигранты. Речь идет о Георгии Владимировиче Колохвастове, поэте Серебряного века, оставившим довольно интересное и крупное литературно-поэтическое наследие. Родившийся, как я уже сказал, в 82-м году в Ревеле, нынешнем Таллине,
из дворянской фамилии, происходящей из Ярославской губернии, получивший великолепное образование, окончивший пажеский корпус, блестящий офицер, полковник генерального штаба к 17-му году. Голохвастов, как я уже сказал, эмигрирует во время революции в Соединенные Штаты Америки. И основной этап его литературного творчества, собственно, все почти практически литературное творчество приходится именно на этот период, на период эмиграции. Я, конечно, должен отметить, что главным произведением, которое помещено в эту книгу, изданное на издательством «Водолей» Publishers Москва в 2008 году в серии «Серебряный век». Входит основная, крупнейшая поэма Голохвастова «Гибель Атлантиды». Вот она занимает здесь более чем половину этого объемного материала. А в первой половине приводятся стихотворные произведения, написанные в период эмиграции, в период жизни в Париже, а затем в Соединенных Штатах. «Гибель Атлантиды» – это своеобразный, мы совершили круг, возврат к тому, с чего начинает Николай Иванович Гнедич. Это вот это завершение вот этого литературного круга. Гнедич обращается к Илиаде Гомера. Голохвастов обращается к Атлантиде Платона и Геродота. И более того, Голохвастов использует во многих случаях близкие Гнедичу поэтические мотивы, хотя, конечно, он не использует гексаметр как основной размер стиха, но тем не менее это очень созвучное гомеровской Илиаде творчество. Оно в значительной степени проникнуто новым, хотя современным восприятием литературного материала, относящегося к эпохе несколько более ранней, чем эпоха античности, гипербореем. Но, тем не менее, чувствуется дыхание тех мыслей, которые Платон высказывал в своих диалогах относительно судьбы и гибели Атлантиды. И это, конечно, центр творчества Георгия Владимировича Голохвастова. Ну, а мы обратимся к его поэтическому произведению, в определенной степени, я бы сказал, праведческому. Называется это стихотворение «Иван Калита». И оно, наверное, очень актуально для нашего времени. Итак, «Иван Калита». «Чтя завет Петра Митрополита, строит храм Успенья Калита, и для князя набожного скрыта в деле зодчества великая мечта. Помнит он, как пастырь величавый, правды свет пред Божиим лицом предсказал Москве годины славы пред своим осознанным концом. Если ты, — сказал он, — князь, построишь здесь, в Кремле Пречистой Девы, храм,
и меня в нем, сын мой, упокоишь, то прославишься среди князей ты сам. Возвеличатся сыны твои и внуки, а Москва в грядущие года, взяв бразды Руси надежно в руки, подчинит другие города. И запав, владеет Иоанном тот наказ блаженного Петра, так сиял в блистанье свыше данным царик у смертного одра. Так дышали силою пророка предвещанья чудного слова, точно он, читая тайны рока, видел в яв, что влавствует Москва. Чтя завет Петра митрополита, строит храм Успенья Калита. Широко казна его открыта, вся Москва на подвиг поднята. Гомоня, как шумным роем осы, голоса в Кремле гудят с утра, день-деньской грохочут, камнетесы не смолкает грохот топора. И кипит, и спорится работа между сводов арок и колонн, там и сям уж блещет позолота, мягко светит живопись икон. Вырастает княжьим попечением дивный храм могучей красоты, становясь все ярче воплощением заповедной думы Калиты. Так Москвы хозяин скопидомный строит он с терпением и трудом храм иной, могучий и огромный, храм единства, славы, русской дом. Как судья князей в удельной травле, как за Русь ходатай в злой орде, как Твери соперник в Переславле, мысль одну лелеет он везде. Год за годом твердый, скрытый, смелый, землю он сбивает в горсть одну, прибирает под руку уделы грош грошу, растит Москве казну. Господина Новгорода вече, вольный Псков и гордую Рязань, он смирил, он близко и далече простирал карающую длань. На князей между особей дерзком, а меж тем расчетливой сумой прикупил и Галич с Белозерском, Перемышль и Углич с Костромой. Но себе ни славы, ни почета, ни богатств не ищет Калита, о Москве одна его забота, о Руси одна его мечта. Как собор украшен многоглавный, выше всех единою главой, так и Русь на благо и для славы быть должна возглавлена Москвой. Киев и Тверь, и Новгород Великий, Минск, Волынь, Смоленск, Рязань и Псков под жезлом московского владыки создадут на долгий срок веков. Русь одну, Русь веры православной, Русь родных угодников святых, Русь царей, в их милости державной, Русь былин прекрасных и простых, Русь тот край, где царская Порфира страх врагам, друзьям надежный щит, пред лицом девящегося мира сто племен в одно соединит. Пусть от глаз людских судьбой сокрыто, но горит в Кремле свеча мечта, в память слов Петра митрополита строит храм Успенья Калита. Вот такое стихотворение, написанное в 1936 году.